Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Samsung Galaxy Watch 5 Pro. И сейчас я покажу вам, как поменять, точнее, как настроить силу вибрации данных часов. Для этого мы свайпаем вниз и переходим в раздел «Настройки». Точнее, в приложении «Настройки» и в раздел «Звуки и вибрация». Далее проходим вниз, выбираем пункт вибрации. Теперь мы можем выбрать длительность вибрации, короткая или долгая. А также можем выбрать легкая вибрация или сильная вибрация. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.